Руководитель Ивановского Ростехнадзора Александр Канаев отправлен в СИЗО. Напомним, что 14 июня он был задержан во время получения взятки. Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления предъявил чиновнику обвинение в покушении на получение взятки. Первоначально суд избрал для Канаева меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако следствие ходатайствовало о заключении под стражу. В четверг вечером суд решение поменял. Само преступление, в котором обвиняется указанный заместитель руководителя управления, относится к категории особо тяжких преступлений. Это коррупционное преступление. Кроме того, в силу своего должностного положения обвиняемый мог оказать влияние на не только на само дело, на его течение дела, но также на результаты следствия мог. Он мог оказать давление на свидетелей. В следствии имелись такие основания.